Всем здрасте. Сегодня у нас 16 января. Надо посмотреть пчелок. Пчелок, мышек. Здесь я открыл. Сеточку сверху положил. Чтобы вентиляция была. Ну и чтобы мышки не летали. Мышки у нас. Вот я траву положил. Мышек нету. Отлично, мышек нету. Подморчик маленький-маленький. Небольшой. Послушаем пчелок. Тишина. Так, я еще хотел холстик положить. Сейчас положим холстик, а то у меня лежит здесь. Простынком. Посмотрю, где клуб находится. Заодно все проверим. Вот. Холстик новенький положить. А тут просто не положил. Надо бы холстик поменять, а то в ней запутывается. Холстики хорошо им будет. Сейчас посмотрим, как клуб сидит, где чего. Примерно, чтобы нам потом не беспокоиться. В подпол убрал я. Кашковского слушал. Был у меня здесь, но рано убрал. 20 октября. Вот волнуюсь теперь. Посмотреть надо. Подмору вообще нет, прям чуть-чуть он немножко с этой стороны, с той нет. Убирал я на 1, 2, 3, 4, 5, 6 на 7 рамках у меня 2 заставные. Сейчас посмотрим сзаду потихоньку, где у нас клуб. Вот видите, еды еще много, просто много. Назад он еще не дошел. Так, а спереди, вот он, ребят, у нас клуб спереди сидит. Вот он. Сейчас попробуем этот холстик убрать, а новый сразу положить. Одно посмотрим, где клуб. О, и крайние рамки у нас еще полнометные. Здесь их нету. Здесь они не сидят. Потихонечку. Вон они. Это на весну у нас пойдет. Как сокращать там будем. Я оторву потихонечку, чтобы новый холстик сразу положить. Холстик приготовить. Сразу накрою. Сниму. Вот так вот. Сразу накрою. Как раз посмотрим. Ничего страшного, сейчас они туда зайдут обратно в домик к себе, заползут, вот так вот, заползайте, вот они, поползут.
Поползли туда. Поползли к себе домой. Так, а душу-то надо оставлять в колодце. Сзади. Вот так вот. От огнем. По-быстрому посмотрим, где клуб. О, вот он. Хорошо. Все отлично. До задней стенки. Ух, еще много. Ну, все, потревожили мы их немножко. Ничего страшного. Сейчас мы сложим неудобно одной рукой. Продыхом. Сделаем. Здесь и зад чуть-чуть, и зад немножко от огнем чуть-чуть. Вентиляция здесь хорошая. У меня нижний литок открыт, верхний литок. Вот здесь вентиляция. Все, ребята, все нормально, все хорошо. Пчелку немножко потревожили, но ничего, да, новый холстик у них будет лежать. Сейчас чуть-чуть вот так вот сделаем немножко. О, продыхаем. Вот и все. Сверху сеточку от мышей. Все, пчелки зимуют. Вот это я убрал его по методу Кашковского. Трубочка выпала. Ставим ее обратно. Вот так вот. Вот, все. Все, всем приятной зимовки, приятно перезимовать. Убрал я 20 октября. Сейчас 16 января 2024 года. Все, ребята, всем на связи.